Давай, ты сначала обводишь. Нет, я их учить, медвежат. Ну, учи их, как писать цифры. Да, я буду их учить. Сначала научи единичку писать. Да, что учить? Сначала я научу один. Вот так. Вот так. Вас. Вот так линию провели. Теперь единичку по точкам проведем, да? Нет, они сами. Это это котик, это привели. Котик. Еще. Ну-ка, дети. Давай, еще одно. Нет, это дети так пишут. А, дети так пишут, тренируются, да? А теперь нужно самим написать без подсказок единичку. Да. Да. Вот так, дети, сами, без подсказок. О, класс, молодец. Нет, это только дети. Ой, дети молодцы. Дальше двоечку учимся. Здесь две точки. Две щелок. Так. Пишем двоечку по линии. Нет, это медвежонок. Ну да, это я медвежонку говорю. Пишем двоечку медвежонок. Вот так. Теперь пиши медвежонок. Нет, это уже зайчик. Так, теперь зайчик пиши двоечку. Обводи по точкам. Вот так. А последнюю двоечку сам кто напишет без подсказок? Последнюю двоечку, мышонок, двоечку. Да. А ты единичку написала, надо двоечку. Пиши двоечку. Четыре. Вот так. Сейчас, только дети научатся. Ты двоечку напиши, что ты это такое, мышонок, написал. Сынок, что ты там пишешь? Подожди. Там не надо пока ничего писать. Ты двоечку должен был вот здесь написать. Если здесь не получилось, внизу напиши. Красивую двоечку, как ты по линии вел. Поворотики вниз, да? Поворотики вниз. Как ты по точкам двоечку обводил по линии? Теперь без линии. Сам. Эльдар, там место для другой цифры. Мама! Давай помогу тебе двоечку написать. Я. Смотри. Повороты вниз. И хвостик, да? Давай я сам. Вот двоечка. Все умные ребятки. Умные ребятки. Теперь троечку учимся писать с ребятками. Кто-нибудь из вас может? Кто-нибудь из них может или не может? Вот смотри, я еще подсказки маленькие.